пора. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы там. Счастливо.
пошла дальше дорога, километров 150 их всего. Говорят, что люди возвращаются, дорога вообще ужасная. Нет, проехать можно, я на маленькой проехал. Проехать можно, но очень осторожно. Вот сейчас будет километра, наверное, через полтора-два, просто ужасная, ужасная. Ну а дальше с переменным успехом. Булыжники вот такие вот острые торчат. Вы на чем? Вот на это, на это? На это. Вот, ё-моё. Бак пробил, конечно, буду снимать. Ребята, рекомендую скорость, ну, 30, не более. Вчера буквально было ДТП. Ага. А, это бензин, это заправщик. Ну-ну-ну. Улетел на встречку в обрыв туда. Водитель живой. Вот, машина... Покалечен. А, не знаю, я его не видел. А вот фуру, наверное, вы видели, кабину провозил этот эвакуатор. А позавчера то же самое. Улетел уже вправо, перевернулся вверх ногами. Ребята, скорость 30. Ну там что, что там гнать? О, это можно больше 30. Да, блин. Дорога ужасная. Но имейте в виду, я на маленькой проехал. Да. Без беды, правда. Но проехать можно. А? Да мы пока сюда поехали, ладно, такой, сейчас 5 минут поднимаем. У вас резина хреновая. То есть нормально вообще вот хреново. Это уже запасно. Ну, до Кубы доедете тяжеловато. Ну а там еще тяжелее. Нет, доедете, доедете. Тяжелая? Да. Удачи, ребята, ни гвоздя, ни жезла. Что, остановиться где? Нет, ну только... Ну, дорожников не знаю, вот в Усть-Нере, но это километров 500. Там вот, а там и мастера сделают, и шины, и так далее. Ну, далековато. Удачи, ребята. Спасибо. Спасибо. Услышали разговор?
слышали весь разговор. Люди думают возвращаться. Thank you.
по-моему, не самое страшное, на мой взгляд, не самое опасное. Там, где узкая дорога и без отбойников. А пропасть там несколько сотен метров. Ну вот, если бы я поехал вчера до теплого ключа, в темноте, представляете, что могло бы быть?
сказать тебе, Росавтодор? Будьте счастливы и живите богато. Thank you.
расход бензина вырос до 7,5. Участок от скала висит с левой стороны. Очень ненадежно.
дай бог.